Здесь, на гостеприимной земле Кузбасса, где живет и трудится 3 миллиона человек, где добывается четверть всего производства в стране угля, выплавляются миллионы тонн стали, чугуна, проката, набирают мощь заводы, гиганты большой химии, здесь, на этой земле, мы сердечно приветствуем всех, кому строить и жить помогает песня. На земле Кузнецкой собрались известные авторы и исполнители советской песни. Поет Людмила Сенчина. Любите ли, где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не знаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье. Счастье мое! Рождению этих встреч помогла песня. Работники совхоза «Калмогоровский» радушно приветствовали дорогих гостей в своем хозяйстве. В заводских цехах, в студенческих аудиториях прошли интересные диспуты о путях развития советской песни. Мелодии всех республик прозвучали в эти дни на трудовой земле Кузбасса. Из солнечной Молдавии привезла свои песни Надежда Чепрага. На сцене народная артистка Украинской Республики София Ротару. Шамса морская пара рев, Иоанне.